кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего. Кто взойдет на гору Господню, кто станет на святом месте Его? Тот, чьи руки не повинны, тот, чье сердце чисто. Кто взойдет на гору Господню, кто станет на святом месте Его? Кто не клялся душой своей напрасно, не божился ложно, тот получит благословение, милость от Бога, Спасителя своего. Тот получит благословение, милость от Бога, Спасителя своего. Ищущих лица Бога Иакова, таков путь, ищущих тебя, ищущих лица Бога Иакова. Кто взойдет на гору Господню, кто станет на святом месте Его?